Уважаемые друзья, дорогие товарищи, на сайте «Момента истины» будет авторская колонка, где будет и мой раздел. Для чего это делается? Прежде всего для того, чтобы граждане нашей страны, наши коллеги знали, как происходит депутатский, сенаторский контроль, как осуществляются журналистские расследования, их эффективность, как осуществляется взаимодействие органов власти Российской Федерации с населением, что нового происходит вокруг нашей страны и внутри ее. Соответствующим образом, все наши и инициативы, и начинания, и предложения мы будем озвучивать для вас первыми.